Политические партии играют большую роль в стране. Самая влиятельная из них – партия Нур Отан. Насколько эффективно она справляется с поставленной перед ней задачей? Выясним это в беседе с одним из ее руководителей. Сегодня гость нашей передачи – первый заместитель председателя алматинского филиала партии Нур Отан Мейіржан Батырбекұлы Отыншыев. Добрый день. Добрый день. Какую работу сегодня проводит партия для улучшения жизни алматинцев? Мы знаем, что, к сожалению, пандемия усугубила очень многие проблемы. Несмотря на все те вызовы, как длительные карантины, ограничительные меры COVID-19, которые повысили риски развития регионов страны, партия Нур Отан достигла значительных результатов в исполнении предвыборных обещаний. Вот по итогам 9 месяцев текущего года у нас исполнение находится под постоянным контролем депутатов Маслихата, фракции членов партии Нур Отан, а также общественных советов, созданных при городском филиале партии. Как вы знаете, предвыборная программа партии Нур Отан разработана на основе стратегии развития Алматы-2050 с учетом 5 институциональных реформ Елбасы, послания главы государства. При разработке были охвачены все страты и слои общества, где лично выслушали вопросы, которые волновали жителей. Тогда было собрано более 1600 наказов и предложений. Из них порядка 79% взяты в основу программы, которые составили 12 драйверов развития города. Это те индикаторы, которые конкретно закреплены средствами, и это не пустые слова. Если говорить о реализации программы, то что партия обещала, будет исполнено и доведено до конца. Платформа рассчитана на 5 лет. Мы утвердили соответствующую дорожную карту, бюро. Сейчас по дорожной карте есть конкретные индикаторы. Если у нас в течение, в самой дорожной карте предусмотрено 180 пунктов и порядка 1200 мероприятий, уже порядка 29% из них уже исполнены в этом году. Из 5 лет в этом году уже 29% мы исполнили. Мейіржан, мы знаем, что партия Нур Отан очень многое делает, помогает людям. Я отметил для себя такую интересную деталь. Я не встречал ни одного человека, который бы сказал бы, я обратился за помощью в партию, допустим, Ақжол или АУЛ. Даже сельские жители, даже фермеры, животноводы предпочитают идти за помощью не в партию АУЛ, а в партию Нур Отан. Ну вот чем объяснить вот такую, я не знаю, назвать ее беспомощностью или равнодушием? Почему так плохо они работают? Ну, здесь могу сказать одно. Мы, партия Нур Отан всегда была с народом. Благодаря поддержке Елбасы, партия Нур Отан оказывает всестороннюю поддержку жителям. То есть мы присутствуем не только в электоральный период, мы работаем на систематической основе, у нас вся работа поставлена, у нас городской филиал, и есть 8 районных филиалов, которые имеют соответствующие штаты, соответствующее материально-техническое оснащение, то есть мы работаем всегда с народом. Вот я могу конкретно сказать, партия оказывает всестороннюю поддержку гражданам. Ради этой благой цели у нас активно используют несколько важных инструментов. Это общественные приемные. Это комиссия партийного контроля, это юридические консультации и не только. К примеру, прием граждан помогает напрямую слушать отчаяние народа, их беспокойство, переживания. А вы сотрудничаете с другими партиями, с тем же Ақжолом, АУЛ, партия, вот какие, партия АДАЛ? Ну, эти партии, конечно, присутствуют при Маслихате, при принятии решений. Из 39 мандатов Маслихата 29 принадлежат партии Нур Отан. Ну, алматинцы приходят за помощью именно в партию, как правящую партию, которые имеют соответствующие ресурсы. Ну, я сказал, что мы партия реальных дел. Мы то, что обещали, мы сделаем. У нас все наши обещания закреплены средствами. То есть, как я говорю, мы не появляемся во время предвыборных там, гонок и так далее. Мы присутствуем всегда. Для того, чтобы работать эффективно, мне кажется, вовсе не обязательно быть правящей партией. Я имею в виду партию, вот, допустим, тот же Ақжол или АУЛ. Да? Вот в чем причина? Почему они не прилагают такие же усилия, как партия Нур Отан? Ведь они могли бы также помогать гражданам. Такие же приемные у них могли бы быть, где они могли бы выслушивать просьбы, жалобы граждан. Вот в этом отношении что вы можете сказать? Ну, в этом отношении я могу сказать, что, как я ранее отметил, это конкретная поставленная системная работа. Мы то, что обещаем, мы делаем.
У нас, я отметил, у нас есть все закреплено конкретно в нашей предвыборной программе. А все работает. Остальные партии этого не делают? Ну, получается, что так. Мы присутствуем как бы не только, я как отметил, перед выборами. Мы уже работаем для того, чтобы участвовать в выборах 2025 года. То есть сейчас мы уже все начали делать. Это доверие населения к нам. Это доверие населения к Елбасы, как лидеру партии. Все они обращаются в Нур-Отан для того, чтобы найти справедливость. Много людей к вам приходит за помощью? Да, у нас есть общественные приемные, мы видим статистику, порядка 6500 обращений у нас. 700, это за какой период? Это за 9 месяцев текущего года. Из них, я вам скажу, 54% мы решили положительно. 43% мы объяснили, есть определенные законодательные нормы, которые не могут быть нарушены. И 3% находятся в работе. Я вам приведу статистику. 779 должностных лиц, в том числе Аким города, его заместители, а также другие государственные органы, приняли порядка более 3000 человек за 9 месяцев текущего года. Это у нас на систематической основе работает. В каждом районе есть общественные приемные, в рамках которого и районный Аким приводит, его заместители, а также соответствующие службы, в том числе правоохранительные органы, начальники РУВД, начальники районов, ну, районной прокуратуры и так далее. Все они, согласно графику, проводят приемы. Алматинцев беспокоит проблема преступности. Многие считают, что основная причина – это безработица. Какую помощь может оказать партия Нур-Отан и оказывает ли она сегодня в трудоустройстве молодежи? Опять вернемся к предвыборной программе. То есть, вы считаете, это проблема сегодня безработицы? Естественно, проблема безработицы имеется. Я сам работал в управлении социального благосостояния много лет. И один из самых высоких уровней безработицы в городе Алматы, ну, по Казахстану, это имеется в городе Алматы. То есть мы, как партия, как правящая партия, взяли на себя ответственность удержать уровень безработицы. Сейчас он составляет, ну, на начало года, если он составил 5,3%, по итогам второго квартала он снизился до 5,1%. Это все благодаря тому, что принимают системные меры. В рамках предвыборной программы партия обещала создать более 243 тысяч новых рабочих мест. На сегодня я могу сказать, уверен, что в этом году мы, если запланировали 49 тысяч новых рабочих мест, уже было создано 53,1 тысяч. То есть уже мы идем с опережением по итогам 9 месяцев. Также это создание рабочих мест, это вот в рамках дорожной карты у нас реализуются инвестпроекты. Уже 21 инвестиционный проект на 187 миллиардов тенге реализовано в городе. А что это за проект? Это что, новые заводы, это фабрики? Это новые заводы, фабрики, это новые производства, куда трудоустроятся люди. Это создание новых рабочих мест. Это новые производства, заводы, фабрики и так далее. Вы не могли бы перечислить эти заводы? К примеру, в индустриальной зоне реализовано 3 проекта с созданием 245 рабочих мест. Это предприятие КМК «Инвестмент», занимающий производством кабеля. Это СК «Рахат», завод по производству теплогазоблока, автоклавного твердения. Это «Высотник», завод по производству автоклавного ячеистого газобетона. То есть вот такие вот проекты, они реализуются. Это все благодаря государственной поддержке. Это государственные и региональные программы по поддержке малого и среднего бизнеса. То есть это все идет в рамках создания рабочих мест. Кроме того, вы знаете, реализуется программа «Ембек», в рамках которого проходит краткосрочное обучение, да, безработные. Они трудоустроятся на постоянные и временные рабочие места. Идет молодежная практика и так далее. То есть это все наши меры, принимаемые партией, принимаемые акиматом города, направлены на снижение уровня безработицы, а также повышение благосостояния населения города. Приближается большая дата, торжественная дата. Это 30-летие нашей независимости. Вы знаете, как показала история, независимость – это тоже очень большой груз. И не каждому он по плечу. Были такие примеры в истории, когда тот или иной народ, страна, получив независимость, вдруг обращала движение вспять. Казахстан преодолел многие препоны, многие преграды, добился определенных успехов. То есть он выдержал это испытание. Какие крупные успехи вы могли бы отметить, вот приближаясь к этой торжественной дате? В первую очередь я хотел бы отметить именно заслугу Елбасы, лидера нашей партии, первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы, Казахстан выбрал свой путь развития, да? Мы пошли, вот как Елбасы сказал, сперва экономика, потом политика. Мы перешли от
плановую экономику, в рыночную экономику, да, в первую очередь. В первую очередь поставили задачу повышения благосостояния населения, повышения роста дохода населения. Да, вначале независимость было сложно, но благодаря мудрой политике Ельбасы все эти трудности были преодолены. Сейчас Казахстан в 2012 году еще вошел в топ-50 стран мира, да? Эту задачу мы преодолели благодаря тоже непосредственному участию Ельбасы, непосредственно его авторитету на международной арене. Я считаю, что в моем возрасте одним из достижений это, можно сказать, то, что мы построили новую столицу, город Нур-Султан. У нас новая столица, современная, самая северная столица в Азии, находится в центре Евразии. Сейчас является не только просто городом, но и является туристическим даже центром. Очень много инвестиций вложено в независимый Казахстан. Казахстан отказался от ядерного участия, от ядерного оружия. Непосредственно заслуга тоже Ельбасы. То есть наша молодежь, наши ровесники знают, молодежь знает то, что Ельбасы и независимость – это как бы почти одно слово. Поэтому я считаю, что для нас, для молодежи, сохранить, не только приобрести, но и надо сохранить независимость. И это как раз-таки в руках молодежи. Таких же, как и я, ребят, вы знаете, сейчас молодежь до 35 лет считается, да? Поэтому и в этом направлении как раз-таки и партия проводит большую работу. Мы работаем для того, чтобы донести чаяние народа до государственных органов. Мержан, большое вам спасибо за эту интересную беседу. Я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. До свидания. Первые политические партии возникли в начале 19 века. Как показывает история, все, что однажды начинается, рано или поздно заканчивается. Что придет на смену политическим партиям? Уже сегодня в недрах общества прорастают слабые ростки новых форм управления государством. Чтобы их увидеть, нужно пристально вглядеться. Жігіттер, сендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Мен осында келгелі біраз жұмыс жасадыңдар. Күнделікті жаттығудың ауыртпашылықтарын көтере білдіңдер. Сендер қазір жай ғана бір команда ойнайтын балалар емессіңдер. Сендер бір-біріңді бауырсыңдар. Бір отбасысыңдар. Соныңдан алаңға шығып көрсетуіміз керек. Біріміз бәріміз, бәріміз біріміз. Ертеңнен бастап Алатау командасының жеңіс туындары басылады. Чемпиондар! Алматы!